курзамств.лв. В рабочее время вопросы принимают по телефону 636-01-114. Во время трансляции звоните и задавайте вопросы по телефонам 636-27-360 или 29-18-53-71. Следить за трансляцией можно будет на портале venspels.lv и на информационном канале кабельного телевидения «Скатвис». Trešdien, 10. aprīlī, pulkstens 19.00, tiešraidē kabeļtelevīzijas sijās Skatvis informatīvajā kanālā, kā arī portālā Ventspils.lv. Ventspils pilsētas vadība atbildēs uz iedzīvotāju jautājumiem krievu valodā. Sarunas tēma – pilsētas labiekārtošana un infrastruktūras attīstība. Uz jautājumiem atbildēs Ventspils pilsētas domas priekšsēdētāja pirmais vietnieks infrastruktūras jautājumos Jānis Vītoliņš, Ventspils pilsētas domas priekšsēdētāja vietnieks Dīds Sošinieks un Ventspils pilsētas domas deputāts iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Aigo Gūtmans. Jautājums iespējams uzdot jau iepriekš portālā ventspils.lv un portālā ventspils.lv, kā arī sūtot e-pastu uz adresi ktvt@kurzemstv.lv vai arī zvanot darba laikā pa tālruni 636-0114. Sarunas laikā būs iespējams piezvanīt arī uz studiju pa tālruņu numuriem 636-27360 vai 291-853-71. В среду 10 апреля в 19.00 предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию, во время которой руководство Венспилской городской думы ответит на вопросы горожан. В этот раз тема беседы – благоустройство города и развитие инфраструктуры. Гостями студии будут первый заместитель председателя Венспилской городской думы по вопросам инфраструктуры Янис Витулинч, заместитель председателя Венспилской городской думы Дэйди Сошиникс и депутат Венспилской городской думы, председатель комиссии по закупкам Айга Гутманис. Вопросы можно задавать на порталах venspils.lv и rus.ventasbals.lv. Можно отправлять и вопрос на адрес электронной почты ktvt@kurzemstv.lv. В рабочее время вопросы принимают по телефону 636-01-114. Во время трансляции звоните и задавайте вопросы по телефонам 636-27-360 или 29-18-53-71. Следить за трансляцией можно будет на портале venspils.lv и на информационном канале кабельного телевидения «Скатвис». Trešdien, 10. aprīlī, pulkstens 19.00, tiešraidē kabeļtelevīzijas sijās Skatvis informatīvajā kanālā, kā arī portālā ventspils.lv. Ventspils pilsētas vadība atbildēs uz iedzīvotāju jautājumiem krievu valodā. Sarunas tēma – pilsētas labiekārtošana un infrastruktūras attīstība. Uz jautājumiem atbildēs Ventspils pilsētas domas priekšsēdētāja pirmais vietnieks infrastruktūras jautājumos Jānis Vītoliņš, Ventspils pilsētas domas priekšsēdētāja vietnieks Dīds Sošinieks un Ventspils pilsētas domas deputāts iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Aigo Gūtmans. Jautājums iespējams uzdot jau iepriekš portālā ventspils.lv un portālā ventspils.lv, kā arī sūtot e-pastu uz adresi ktvt@kurzemstv.lv vai arī zvanot darba laikā pa tālruni 636-0114. Sarunas laikā būs iespējams piezvanīt arī uz studiju pa tālruņu numuriem 636-27360 vai 291-853-71. В среду 10 апреля в 19.00 предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию, во время которой руководство Венспилской городской думы ответит на вопросы горожан. В этот раз тема беседы – благоустройство города и развитие инфраструктуры. Гостями студии будут первый заместитель председателя Венспилской городской думы по вопросам инфраструктуры Янис Витулинч, заместитель председателя Венспилской городской думы Дэйди Сошиникс и депутат Венспилской городской думы, председатель комиссии по закупкам Айга Гутманис. Вопросы можно задавать на порталах venspils.lv и rus.ventasbals.lv. Можно отправлять и вопрос на адрес электронной почты ktvt@kurzemstv.lv. В рабочее время вопросы принимают по телефону 636-01-114. Во время трансляции звоните и задавайте вопросы по телефонам 636-27-360 или 29-18-53-71. Следить за трансляцией можно будет на портале venspils.lv и на информационном канале кабельного телевидения «Скатвис». Добрый вечер.
Я приветствую всех, кто присоединился к нашей прямой трансляции. Мы сегодня поговорим о благоустройстве и о развитии инфраструктуры города Вентспилса. Я сразу хочу представить наших гостей. Это первый заместитель председателя Вентспилсской городской думы по вопросам инфраструктуры Янис Виталинш. Добрый вечер. Заместитель председателя Вентспилсской городской думы Дидзе Сошеникс. Добрый. И председатель комиссии по закупкам Айго Гутманис. Добрый вечер. Я думаю, мы не будем задерживаться и сразу же ответим на свежие вопросы, которые поступили буквально сегодня. И первый. Как Дума могла разрешить открыть магазин «Максима Экспресс» на Саулы 46, учитывая, что доставка товаров происходит через частную территорию? Лейлес, проспект 56, 58, Саулы 46 изъезжен машинами, доставляющими товары нормальной зеленой зоны больше нет. О благоустройстве внутреннего двора и речи быть не может. Ворота пришлось уже дважды ремонтировать. Mm-hmm. Что это за ситуация такая? Ну, во-первых, там и раньше был магазин, и все время детальная планировка города, это место предназначено для магазина. И там был книжный, наверное, реже товары доставлялись. Ну да, другие товары, да. Но то, что касается самого вот этого пагал, двора, то, конечно, жители правы, там ситуация очень плохая, и я там сам сегодня посмотрел, и там не только разрушен этот старый асфальт, но и канализация, этот колодец, да, это он уже, я смотрел, что он буквально закрыт табуреткой, да, и, конечно, это безобразие, и, конечно, ну, на первый взгляд это выглядит, что это виноват, это, конечно, магазин «Максима». Ну, то есть после того, как открыли, вот это все произошло, так ухудшилась ситуация? Ну, наверное, да, потому что жители жалуются, но ситуация там такая, что, во-первых, это у «Максима» принадлежит этот сервитут. Угу. То есть они имеют право объезд, использовать, да, эту дорогу. Они имеют, да, право. Угу. Но не только имеют право, но и должны содержать. Это не только право, и ответственность. Да. И в этом случае, конечно, во-первых, управляющие вот этих двух домов, да, угу, они должны, ну, сами проявить инициативу и спрашивать. Ну, то есть обратиться к руководству, конечно, магазина, да? Это первое. А во-вторых, город может помочь в том, что я уже дал задание Бувинспекции проверить это, и, конечно, они тоже могут содействовать, чтобы ситуация улучшилась. Порядок, да. Конечно. Понятно. Надеюсь, что жители будут активны и действительно защитят свои, да, права. Да. Следующий вопрос. Кто отвечает за обслуживание и уборку территории самоуправления у спасательной станции на пляже? Там уже давно, как я заметил, с прошлого года трава не кошена и не чищена. И территория у автостоянки рядом с площадкой контейнеров для сортированного мусора не приведена в порядок. Валяется битое стекло, территория заросла. У спасательной станции есть ящик для предложений жителей. Его содержимое кто-нибудь проверяет? Наверное, человек уже опускал туда свои. Да, да, да. Но этот вопрос сегодня как раз поступил, и я сам тоже поехал, посмотрел. Ситуация такова, что, ну, во-первых, на косении этой травы, да, это охраняемая территория, и мы рады, чтобы там вегетация вообще была. То есть там нельзя косить? Нельзя косить. Эти стебли помогают удерживать вот этот песок, да. Насчет вот этих отходов, да, там я посчитал, там 4, ну, бумаги я нашел, конечно, это некрасиво для нас. То есть она на земле валялась, да? Да, но и надо иметь в виду, что такая регулярная уход за территорией, да, начинается с 30 мая и кончается 1 сентября. То есть время, когда это интенсивный, да? Туристический сезон. Вне сезон как? А вне сезон это вот, ну, раз в месяц. Раз, ну, это, ну, зависит от понадобности. И спасибо у жителей, что они, ну, помогли, просмотрели. И, конечно, сегодня уже дана вот команда, чтобы это убрали.
А насчет... Но там часто гуляют люди, они же идут на пляж, ну, и да, это центральное место. Надо очень таким... Ну, как щепетильным, внимательным быть. Внимательным, чтобы найти заметить. Это, да. Это не так просто. Там нет такой страшной ситуации. А насчет вот этой ящика для... Как, для предложений. Для предложений. Он просматривается тоже работает только в сезон. Не садовником, а вот этим... Дворником. Дворником, да. Угу. И регулярно это делается, и все время... Понятно, значит... Да. Что-то недополучили. Есть другие способы, как обратиться к властям, к Думе и так далее. Это же 21 век. Например? Куда? Можно, как можно было по-другому? Можно в интернете. У нас есть, это, знаете, это аппликации Ventspulse.sos, да, которые, угу. Если что-то увидел, сразу можно, используя телефон мобильный, уже сообщить и так далее. Да. То есть... И такие вопросы, но я думаю, что у нас служба, наша коммунальная служба на очень хорошем уровне ухаживает за городом, и они, если будет такой сигнал, они сразу возьмутся за дело, да, и все будет в краткий срок уже приведено в порядок. Ну и самим можно соблюдать. У меня есть подруга, которая, когда видит мусор какой-то валяющийся, она всегда поднимает, конечно, и выбрасывает. Ну, конечно. Мусор. Я тоже собирал. Ну, сейчас, может быть, это такой немного печальной новости для Винсполчан, особенно для тех, кто любит плавать, и те, кто профессионально занимается этим видом спорта, и теми, кто, может быть, мечтал когда-то заняться водным плаванием, ой, водным поло или синхронным плаванием, да. Пока надежды нету на то, что у нас все-таки будет новый современный бассейн. Надежда умирает последней, как говорят, да, но... Ну, на ближайшее время точно, на ближайшее время, скорее всего, это так, как вы говорите. Ну, я думаю, что много ивенсполчане уже слышали эту новую информацию. Принят бюджет, государственный бюджет этого года. Ну и наша оппозиция, к сожалению, обратилась вот к своим членам, к своим товарищам по партии, скажем так, Яуна Венотиба, от которой премьер, и написали дословно то, что вот Венспусе не нужно выделить эти средства, которые были предназначены, и был даже заключен договор с Министерством образования, который... И науки, которые отвечают за спорт тоже, да, 1,5 миллиона у нас было, 1,550 миллиона, да. И эти средства были предусмотрены, в том числе, не полностью эта сумма, но в том числе, конечно, и для разработки технического проекта бассейна. Угу. Наши специалисты долго работали над этой идеей, у нас вместе с Федерацией плавания. Ну, как все венсполчане знают, у нас бассейн построен возле 6-й средней школы во времена СССР, и он был построен как бассейн для школы, 4 дорожки там все знают, и бывает там зачастую, что на одной дорожке сколько там? Те, которые ходят регулярно, конечно, используют такую недостаточность нашего бассейна, потому что ходовые часы это с 6 вечера до 9 вечера, бывает, что очень много на дорожке людей, и по 7, по 8 и больше людей, да, и просто друг другу мешают плавать, да, это дискомфорт. Поэтому я считаю, что обязательно в нашем городе должен быть бассейн, потому что это не только для города, это и для района, который, район, который тоже использует бассейн. Да. И у нас очень хорошие уже достижения наших спортсменов по плаванию. Да. У нас есть латвийские чемпионы, и балтийские чемпионы, и новые рекорды делаются в нашем бассейне. И то обычно соревнования проходят в 50-метровом. Хорошие традиции складываются именно на этом виде спорта. То есть есть фундамент, есть на чем работать. Поэтому база необходима. Это как... Я думаю, если кто-то утверждает, что вот достаточно этого бассейна, или там были даже утверждения, что вот Венспусу нельзя давать деньги, там Олимпийский центр обанкротился и так далее, но я думаю, что такие заявления со стороны наших
депутатов, господина Ландманиса и господина Крестовского. Ландманис, Айвис, да, там два брата. Вот, я думаю, они вообще, ну, абсурдны, скажем так, да, и сейчас, сейчас, конечно, эти средства, которые были предназначены для, для этого проекта, перераспределены для Резекне и для Риги частично, ну, не знаю, может быть, они хотят баллотироваться в Резекне на следующих выборах, да. Ну да, хорошо, ладно. Но мы, конечно, закончим технический проект. У нас, я думаю, очень хорошая удача с проектировщиком. Это был конкурс. Это из Лепа, из знакомое нам бюро, которое много хороших объектов уже спроектировало. И там за это время уже видно будет, как дальше. Ну, проект стоил 366 тысяч, да? Самоуправление из бюджета теперь. Да, из своих средств, конечно. Из средств налогоплательщиков, венсполчан. Но инфраструктура и благоустройство, это, конечно же, сразу на ум людям приходит, что это улицы. Сейчас начинается опять сезон строительства, тепло. И интересуются, какие же улицы в этом году будут ремонтироваться. Сначала мы посмотрим сюжет, а потом продолжим. В ближайшее время возобновятся работы по развитию городской инфраструктуры, которые можно проводить только в определенное время года, когда температура воздуха выше плюс 5 градусов. На средства самоуправления мы делаем участок улицы Вассарницу от Айсаулес до улицы Саурета. Она идет вдоль территории кладбища. В этом году мы продолжим реконструкцию улиц, которые входят в программу Венспилского свободного порта развития подъездных путей. На эту программу средства получены из европейских фондов. Софинансирование составляет 85%. В этом году планируется завершить реконструкцию улиц Курземес и Мазу Курземес, где планируется построить ротационный круг. Завершат и строительство улицы Дурбас, установят энергоэффективное освещение, проложат новые велодорожки. Завершены работы в Юрмальском парке, где заменили уличные тренажеры, обновили щебневое покрытие и благоустроили прилегающую территорию. Первые тренажеры были установлены в парке и в саду Ренте в 2007 году. В то время на них был бум во всем мире. Многие фирмы начали производить такие тренажеры. Мы ездили на выставку, выбрали для города и установили. Люди с большим удовольствием ими пользовались. Но в то время эта сфера еще не была сертифицирована. Производители делали это оборудование под свою ответственность. Прошло уже более 10 лет, производители прошли сертификацию. И мы смогли заменить то оснащение на более безопасное. Это тренажеры следующего поколения. На них лучше выполнять упражнения. Изменения ожидают и территорию пляжа. Мостки, ведущие к морю под номером 1, будут закрыты и перенесены ближе к молу, там, где стоит корова-матрос. Проведут и работы по восстановлению третьего входа, который расположен напротив смотровой вышки. Также отремонтируют пятые мостки. Также будет отремонтирован настил номер 7. Не полностью, а начиная с той части, где мостки поднимаются на дюны и до пляжа. В скором времени деревянные настилы, которые ведут через дюны к морю, постепенно установят на свои места. В связи с низким уровнем грунтовых вод было принято решение проложить водопровод на кладбище Прежгалю. Вода людям на кладбище нужна. Вырыть более глубокий колодец было там невозможно. Поэтому приняли решение построить водопровод. В течение 3 лет в 2 этапа мы прокладывали водопровод. На лесном кладбище протяженность водопровода составила 2 километра. И в этом году на кладбище Прежгалю. Там водопровод порядка 250 метров. Здесь установлены 3 крана на расстоянии 80 метров друг от друга, чтобы людям было удобно и недалеко носить воду. Я не знаю, подробно ли все в сюжете было описано или что-то не сказано. По-моему, я не расслышал, что между вот этими улицами, которые называл Каусен Александрис, да, что в этом году это Дембутес, Дурбес и Курземес и Маза Курземес, да. И надо сказать, что еще Остасиела там возле... возле променада, да. Как продолжение променада. Да. Потом я не расслышал, что Рига села. Мы было, будем строить в этом году, да. Там, там будет меняться и водопровод, и теплотрасса будет там вкладываться, да. Так что Рига села и, конечно, часть Васильницы села. А им будто вся будет...
Нет, я перепутал, это было вот именно Курземсила, да. Ведущая в Ригу. Въезд в город со стороны Риги, конечно. Да, а по какому принципу вообще отбираются вот улицы на следующий год или как? Есть уже план? Ну, есть программа, да, и, конечно, мы смотрим на состояние покрытия, да, и программа составлена уже, ну, 3 года назад, и когда, ну, получили средства из Еврофонда, да, и, например, вот, ну, такая улица, как Дурбсила и Курземсила, она вот именно в этом году строится, потому что есть, раньше делать ее не нужно было, чтобы, ну, еще этот старый асфальт был в нормальном состоянии. Да. Поэтому и, ну, то, что еще такая большая улица у нас остается, это Кайюела, Парвенте, да. И, это конечно, парк высоких технологий, вот, да. Берзу, конечно, мы постоянно да, еще, да, но она не включена еще в программе, да, Берзвилла, например, да. А вот про, но... это, про набережную можно я спрошу? Я знаю, что недавно было заседание комиссии по развитию города, и там как раз рассматривалось, там какие-то объекты будут устанавливаться. Что, да, что там? Улица Остес, да, или вот продолжение нашей променады, конечно, очень серьезный. Я думаю, один из самых интересных объектов вот, в нашей программе, он... Там вовсю сейчас происходят работы, там работает наша строительная компания «Остцелкнекс». И там, ну, конечно, сам вопрос, что мы закончим променаду уже до службы капитана порта, угу, да, до забора. Значит, но там предусмотрено ряд очень интересных, на наш взгляд, объектов. Портальный кран там будет, но, же... скорее всего, это будет в следующем году, потому что в этом году закончим улицу, благоустройство и озеленение, но и потом эти, как бы, объекты будут выстроены, скорее всего, в следующем году. Значит, этот портальный кран будет, ну, настолько серьезный, что, что улица... Такое? Ну, порту, который работает кран. Именно портовый, прям да, там будет. Портовый кран будет установлен, и улица будет проходить между ногами этого крана, скажем так, да. Там будет еще Зенскрово, это, ну, движок, да, да, корабля, да, скажем. Винт этот. Вот, винт корабля, он оригинальный, с конкретного судна, да, и очень серьезный, большой, да, это идея у нас вследствие конкурса, это Кирилл Пантелеев, брат Глеба Пантелеева, да, который уже, династия, может быть, венспучане уже заметили, что ряд его работ уже в наших улицах и парках. Так что, на наш взгляд, там будут очень хорошие такие изюминки, такие объекты, которые придаст вот нашей променаде совершенно другой характер и новый такой вкус. Да. И вот да, посредине этой улицы есть Вальдемара 12 зданий. Мастерские. Бывшие портовские мастерские, где предусмотрен закрытый центр, ну, развлечений для детей. Как раз жители спрашивали, не многовато ли у нас мест для развлечений, да, и не стоило ли сохранить по профилю эти здания? Многовато? Да. Много для детей быть не может. Только мало. Во-первых, эта идея, вот именно, ну, чтобы было, что делать для семьи, вот время, зимнее время. Ну, когда погода на улице. Да. Ну, и там 2000 квадратов предусмотрено для развлечений разных. Сейчас делается вот колоссальная работа, чтобы выбрать вот эти, ну, как сказать, аттракционы или что там. Игровые элементы. Игровые все, да? Элементы, да. И там у нас работает сейчас такой консультант, который, он сам очень много сделал, он очень такой, ну, сам построил, например, там у него принадлежит этот парк АБ «Авария», там возле Лелварды, очень большой такой парк, как латышская Диснейленда, да, и он у нас имеется как консультант, да, и, конечно, вот мы надеемся, что удастся
достичь ну, такой очень современной, очень такие аттракционы, которые привлекают не только вот, детей, но и из взрослых. Потому что идея, что это не будет детский, а это будет семейный парк. Что вот да, и взрослые, семьей, да. И юноши, и все поколения найдут, что там делать. Я еще, может быть, добавлю, что мы уже несколько лет работаем над том, чтобы решить одну из главных задач любого самоуправления, чтобы город жил и зимой, чтобы приезжали гости и зимой. И вот это один из таких объектов, и другой, конечно, это центр науки и инноваций, да. Который следующий наш большой проект, и сейчас уже объявлен конкурс на строительство, мы надеемся, мы еще, что... Мы еще да. Об этом поговорим. Да. Не будем забегать вперед. Может, да. может быть, еще надо сказать, там в этом сюжете видео, что мы смотрели, да, были показаны тренажеры, которые, ну, меняются сейчас, да. План есть сейчас в двух местах их поменять, и там уже господин Коснекс говорил, что они у нас уже больше 10 лет действуют. Эти новые будут намного современнее и будут, ну, именно для всех мускульных групп использоваться, да. И так как у нас они установлены во многих местах нашего города, я посчитал вместе 13 таких мест являются, да, это и парки, и скверы, и на пляже, и ну, многоэтажных домов, да. Возле многоэтажных домов. И их не только местные люди активно используют, даже туристы, когда приезжают в наш город, автобус, например, да, и ходит гулять, например, по саду Рейнте, да, всегда останавливается именно вот после этих тренажеров, и там минут 15 проводят такую активность. Свою активность, да. Но, видимо, таких мест развлечений в их городах или в селах нету, поэтому им просто интересно посмотреть и позаниматься на таких. Так что это очень хорошо, что есть возможность менять уже нового поколения тренажеры. Да, и постепенно надо будет их менять, потому что время проходит, все меняется. Да. Хорошо, но продолжим мы таким долгожданным событием, которое состоится 25 июля. У нас откроется новая музыкальная школа и концертный зал. Сейчас о том, как ведется строительство, что там происходит, сюжет. Менее чем через 4 месяца свои двери распахнет новое здание Венспилской музыкальной школы и концертного зала «Латвия». Сейчас строители напряженно работают, чтобы 25 июля смогло состояться долгожданное открытие. Сейчас ведутся интенсивные работы над строительством крыши, начиная от монтажа изоляции, несущих конструкций и, конечно, ведется монтаж отделки крыши. Устанавливаются золотые алюминиевые листы. Это завершающий элемент. Одним из сложнейших элементов этого проекта стала крыша. Внутренние работы практически завершены. Кабинеты музыкальной школы уже оборудованы. Сейчас ведутся работы по отделке атриума концертного зала. Атриум – это главная входная зона в концертный зал. Там ведутся работы по обшивке деревянных перил. Еще монтируются металлические конструкции перил. Также проводятся замеры главных ступеней, которые будут из дуба. Это тоже особый элемент нашего строения. Еще ведутся работы над улучшением акустики в большом зале. Отдельные панели доделываем. Нельзя не добавить, что ведется и монтаж органа. В марте в Венспилс прибыл представитель немецкой мастерской, где был построен орган. По его словам, увиденное его впечатлило. Он никогда не видел подобных музыкальных школ. Уже построены несущие конструкции органа и механические детали. В конце апреля в Венспилс привезут еще один особый инструмент – почти 5-метровое вертикальное фортепиано. Этот проект стал своего рода вызовом и для проектировщиков, и для строителей. Сложно предусмотреть все до мелочей, но наша команда все успешно решает. При строительстве музыкальной школы были применены несколько инновационных решений, что поставило перед строителями непростую задачу при реализации этого проекта. Каждое помещение оснащено отдельной системой проветривания. В каждом помещении проводится измерение содержания в воздухе углекислого газа. И также в каждом помещении, в зависимости от внешних условий, имеется регулируемое освещение. В этом году коллектив и учащиеся Венспилсской музыкальной школы вновь обретут свой дом. А венспилсчанам, благодаря концертному залу, предложат более обширную культурную программу. Ну,
Ну, совсем недавно утвердили уже и лого концертного зала, да, жалко, мы сейчас его не покажем. Но я так понимаю, что регулярно вот собрания проходят, если все контролируется, как там идет стройка, все ли в сроки. То есть пока все успевают, да? Была же проблема со строителями, а сейчас как? Не, ну я все-таки хотел сказать, что строители там очень профессиональные. Нам повезло, компания Merck совместно с Celtnex, и они, я вам скажу, что нам повезло вдвойне, потому что конкурс на строительство проводился еще до поднятия или всплеска этих цен. Да? Uh-huh. Это самый большой вызов сейчас у нас, и мы с большим тревогой, я бы хотел сказать, ждем, какие будут результаты вот по уже названному Центру науки, да, и инновации, и по другим нашим объектам. Мы просили, вот, к примеру, спросили господина Каусеникса, как поменялись цены по строительству улиц, да, вот там, ну, как минимум на 30, а то и на 40% отдельные позиции по течении последних 3 лет только повысились, да. Ну, это, конечно, очень, очень серьезно. Мы за те же средства можем, к сожалению, сделать меньше. Uh-huh. Это одна из причин, почему нам пришлось пересмотреть нашу программу по строительству новых библиотек. Да. Были предусмотрены 2, как вы знаете. Может быть, и там был, как сказал председатель Думы, господин Клембергс, может быть, и для библиотеки детской там не самое подходящее было здание сейчас. Uh-huh. Это я имею в виду рядом с дигитальным, да. Там будет Пакменю, да, там по всей вероятности мы сделаем еще 2 учебных класса для детей, которые дигитальным uh-huh. навыкам обучаются. Но вот это самое главное. А что касается концертного зала, я думаю, что там строители работают очень профессионально. Они просто тоже, ну, у них сложно свести концы с концами, да, потому что они в свое время назвали эту цену, но сейчас куда деваться. Да. Необходимо за эту цену это сделать. Но у нас сейчас, ну, как бы, мы смотрим таким, может быть, небольшим, но все-таки с оптимизмом, что все будет закончено вовремя, и 25 июля будет торжественное открытие. Конечно, вот 27-го будет органный концерт Апкалны, да, там, ну, наша лучший пианист, который на органах, она живет и работает за границей, она наш консультант был в этом вопросе. Орган сейчас монтирует специалисты из Бонна, из Германии, да, Йоханнес Клайс фирма. Так что мы очень ждем. Самое главное – акустика. Вот да. Это самое главное. Мы очень надеемся, что все будет в порядке. Но мы тоже ждем. Но вы заметили, наверное, когда вот сейчас прошедшие выходные были очень теплые, на улицах появилось много велосипедистов сразу. И люди интересуются, как с велодорожками в этом году? Все остается как прежде или, может быть, будут новые какие-то? Да, в этом году тоже будут новые велодорожки. Будет открыта велодорожка 1,5 километра длиной по улице Дурбес. Да? И 2 велодорожки на улице Апле, это где-то 300 метров длиной, да, и улица Равас. Это новые улицы, да, новые улицы, которые выстроили в прошлом году, но открываться будут в этом году они, да. И вместе тогда получается немножко больше 2 километра. И всего у нас уже в городе по окончании этих строительств уже будет 61 километр велодорожек. Это очень большое расстояние. Мы можем город объехать, ну, вокруг, ну, с левой стороны города, центральной uh-huh. части нашего города. Да? Я летом тоже часто езжу, где-то 20 минут, это 20 километров вокруг по периметру города можно, да. До Бушники получается где-то 35 минут доехать, да, и вокруг Бушники тоже еще полчаса, ну, чтобы вокруг озера. И у нас на велодорожках местные и наши гости, и туристы все больше появляются. Людям нравится это развлечение, с удовольствием ездят. И очень хорошо, что и на природу мы можем по велодорожке доехать до нашего озера и вокруг озера. То есть можно и природу посмотреть, и
потом добраться ну, по велодорожке обратно в город. То есть я думаю, что будем продолжать развивать эту ветку. Да? То есть уже есть 61 километр. Это уже много. Значит, очень нравится благоустройство юго-западного района. Там все удобно и подальше от цивилизации. А можно ли там в дюнной зоне загорать, учитывая, что это серые дюны охраняемые? Ну, мы не советуем там загорать, потому что, на наш взгляд, это не очень приятно. Загорать надо в песке, в дюнах, где песок, не там, где серая дюна, где она ну, защищается, конечно, как защитная зона, но там такого официального запрета, конечно, нет, но я думаю, что его, ну, там можно пройти по новой этой дорожке, и она достаточно длинная, если не ошибаюсь, там 500 метров даже до моря, да, вот. И сама площадка, которая, ну, стоянка машин, я думаю, что очень удачно сделана, она как бы вложена в лес там, да, и там очень такое приятное место. Просто надо полюбоваться этой серой дюной, да, и пройти дальше, где уже наши дюны, ну, уже где ближе к морю, где можно загорать, где песок. Ну, вот и все. Там, она же достаточно острая, эта ни разу, честно, серая. Там такие растения. Трава, это да, очень острая, там неприятно даже полотенце класть и что-то делать. Колоть, да. И длина пляжной зоны же очень широкая. То есть самые, там самые расширенные зоны по сравнению с другими пляжами Латвии. Это наше богатство. Это да. Но уже забирает город дюны, да? Потихонечку. Ну, будем надеяться, что этот вопрос тоже решится. В Вентспилсе прекрасно благоустроены дворы, которые принадлежат самоуправлению. Как же быть остальным? Наш дом не может себе позволить проводить такие дорогостоящие работы. Может, самоуправление может софинансировать? Да, у нас существует такая программа. Самоуправление оказывает финансовую помощь в этих проектах. Да. Всего я посмотрел по статистике, у нас уже 30 проектов реализовано и на сумму 250 тысяч евро, да. И у нас именно поддержка по разным работам и процентов, ну, поддержки, ну, тоже отличается, да. Самый большой процент, ну, это 80%, что самоуправление компенсирует, это именно по строительству пешеходной и проезжей части, да, то есть или заново выстраивается, или реконструируется, или, ну, равняются эти, ну, которые ямы, да, там, ямы. Да. Потом 75% самоуправление компенсирует, если выстраивается освещение во дворе, скамеечки новые выстраиваются или меняются, да, потом для контейнеры для мусора, да. Да. Потом что там еще было? Освещение назвал. Да, освещение назвал. Ну, главное, вот я в силу своей работы знаю об этом, но даже тоже вот не знаю. Вот у нас возле дома ужасная дорога, проехать невозможно. Я своему дому праву предлагаю обратиться. Она мне говорит, а с чего начать? Не, ну надо, во-первых, обратиться к управляющему дому, да, и управляющий дома должен посмотреть, как, ну, эту программу, которую самоуправление предлагает, да. И куда ему идти? Вот куда ему идти? Коммунальное управление. Коммунальное управление сразу, да? Управление эту программу обслуживает, но, конечно, это решение жильцов. Да. Это решение собрания жильцов, и они решают, что у них приоритет. Если или утепление, или благоустройство двора, или пешеходные дороги, или освещение. Это решение жильцов, и мы, конечно, мы можем только дать максимально полную информацию, в каком объеме самоуправление будет это софинансировать. Спасибо, да. И ну, как это, какие условия. Да? Потом идет уже подсчет, что, наверное, необходимо будет платить немножко больше квартплату. Ну, а если у дома накопленные деньги, например, у нас да, есть? Да, но если есть, то просто надо разобраться в этих цифрах. Жильцами цифра, собрание, да? Подписи, да. И вперед в коммунальное управление.
Да. Ну, я хочу немножко еще такую информацию, что коммунальное управление – это как сервисная компания. Да. Надо только прийти, и они скажут, что сделать. Что делать дальше. Да. Да? Потому что не надо начинать сразу с этой копсополцы. Да? Потому что жители же хотят, чтобы схема была. Чтобы сколько это будет стоить, ну, например. Да, да? Да, да, да. Сколько будет там потом квартплата. Да. И всю эту информацию надо профессионально собрать. Uh-huh. И это сделать коммунальное управление. Надо подготовиться для вот к этого, первому собранию этому. Для максимально вот этого, подготовиться. Ну, для собрания, да. Но если управляющий пассивный, ничего не будет. Uh-huh. Так что от управляющего зависит все в этом, в вашем именно случае. Я думаю, не только в моем. Да? Ну, даже плату за проект, если мы вырабатываем проект на какую-то работу, это тоже 50% самоуправления, да, финансирует. Так, следующие вопросы. Предлагаю резиновое покрытие установить в детском парке «Фантазия». Это красиво и по-современному. Мне кажется, как раз в этом году планируется это сделать. Да, в этом году планируется установить большое количество резинового покрытия в Парвенке в детском парке «Фантазия». Да. Это общее количество где-то 920 метров, квадратных метров. Да. И уже тогда, посмотря по статистике, получается так, что у нас уже будет где-то около 4000 квадратных метров этого покрытия, да, за 3 года. Потому что самоуправление, ну, все 3 года активно оборудовало, да, все вот эти наши детские площадки и парки именно вот этим покрытием. Все-таки это позволяет детям не так травмироваться, и, ну, и чисто, и порядок, и красиво тоже. Оно все-таки яркие, да, вот эти, да. Действительно праздничное. Так, сейчас нам поступили вопросы, я открою. Зачем спилили красивые кусты и деревья на перекрестке Кулдыгас, Юрос и Ганибу? Там что-то строить будут? Да. Это аллея, у да? У нас господин Ошенек, специалист по вопросам да, деревьев. Да, да. Я так понимаю, пояснить. Это так называемая Лайкраксту аллея, да? Лайкраксту аллея. То место, да? Ну, там будет очень красивый инфраструктурный объект, видосообъект, да. Фонтан это вот тот зонтик. Зонтик, да. Глеба Пантелеева. И, он конечно, вот в этом районе там этом эти липы будет. Вообще, ну, если спрашивать мое мнение, так, как профессионального, ну, садовника. Да, агронома и садовника, тогда, конечно, их бы надо было всех сейчас убрать и заново посадить. Почему? Очень большие. Не пойму. Потому что это, понимаете, это... Если не было бы вот этого периода, вот ну, этого советского периода, да, когда делалось очень много неправильных вещей насчет вот ухаживания вот этих деревьев, это не только Вентспилс, это Рига и по всей Латвии, да, они испорчены, эти ну, вайнакс, как это? Ну, крона, да. И, конечно, это, ну, чтобы сделать заново их красивым, это уже потерянное, да, время. И другое, это, ну, если смотреть на наших соседей, ну, они не ближайшие, но, например, Германия, да, Берлин, да, у них имеется вот такая очень известная улица, как называют, Унтер ден Линден, да, и улица, где только липы сажаются, да, но каждые вот там 15-20 лет обновляют. Они и меняются, да, но меняется на больших деревьях. То есть липа, она недолго не живет? Не, она очень долго живет. И до 300 лет, и до 500 лет. Но в городе это гораздо быстрее да? она. И, конечно, свой потенциал дает только вот, ну, в течение там, 80-70 лет. Потом надо менять. И это нормальный процесс. Нормально это надо применять. Ну, мы очень надеемся, что этот проект тоже нам удастся. И вот Лайкраксту аллея, это аллея, где в конце этой аллеи большой этот киоск наш газетный, да, и где разделяется улица Кулдыгас и улица Ганайбу, да, что она будет приведена в порядок, как последний
акцент в центре, да, и у нас все уже будет. Все будет упорядочено. В центре, да? И будет и благоустройство, и будет фонтан, и все будет. Уже этим летом будет? Да, 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 да. Замечательно. Мы сегодня уже упоминали научный центр, центр инноваций, и давайте сейчас сюжет об этом и о нем поговорим. В Венсполсе планируется начать строительство нового центра науки и инноваций, который будет находиться на улице Рупнецебас-2. Строительство еще не началось, но уже ведутся подготовительные работы. Благоустраивается территория. Строительные работы планируется начать летом этого года. И продлится процесс примерно 2 года, до 2021 года. Надеемся, что в 2021 году двери распахнет новый центр науки и инноваций. Объявлен закупочный конкурс на строительство. До конца апреля ждут заявок. Надо учитывать, что этот проект для Венсполса непростой. В целях развития этой территории построены 2 новые улицы, по которым в будущем будет проще подъезжать к новому центру. Здесь в будущем будет просторная стоянка и для машин, и для автобусов. Ведь мы думаем, что будут приезжать экскурсанты и детские группы. Будет стоянка для семей с детьми. Думаю, что здесь будет развита привлекательная среда, а центр станет местом отдыха, образования и проведения свободного времени. Для того, чтобы черпать идеи и понять, как сделать этот объект интересным, какую коллекцию приобрести, проводились исследования других подобных центров. По планам в центре будут остановлены 93 стационарных экспоната. Часть из них будет предусмотрена для развития интереса к естественным наукам среди дошкольников и учащихся младших классов. Центр условно разделен на 2 части, и мы планируем привлечь европейское финансирование для инновационной части центра, которая будет предназначена для поддержки предпринимателей, работающих в сфере технологий. А научный центр будет образовательным центром в сфере технологий для детей, взрослых и всех, кого это будет интересовать. Большая часть помещений в центре будет направлена под коммерческие нужды. Их смогут использовать предприниматели. В основном в нем расположатся предприятия, работающие в сфере информационно-коммуникационных технологий. Предусмотрены помещения и для кафе. Общая стоимость проекта порядка 20 миллионов евро. В результате его реализации будет создано около 80 рабочих мест. Ну, я думаю, что коротко, в принципе, понятно, в сюжете все рассказано. Единственное, что с названием так и не определились, да, выяснили, что НЕО тоже уже есть. И сейчас, может, жители тоже могут предлагать свои варианты? Или... Постоянно, да. Кто найдет самое лучшее название, вот войдет в историю города, что он нашел это название. Да. Отлично. Скоро откроется новая музыкальная школа с концертным залом. Это огромное здание, наверное, довольно дорогое в обслуживании. Эти расходы целиком лягут на плечи венсполских налогоплательщиков, или государство поможет его задержать? После того, что произошло с новым бассейном, есть опасения, что правительство решило, что Венсполс и так слишком хорошо, и нам больше ничего не нужно. Да, это хороший вопрос. Мы в совместной работе с Министерством культуры, это сейчас так, что государственная музыкальная школа занимает примерно 70% из всей площади этого здания. И, конечно, вот содержание этой части будет за счет государственных средств. Об этом подписан договор с Министерством культуры. У нас, конечно, менять можно все, да, там есть соответствующие поговорки на русском языке, да, вот против силы там, понимаете, но мы надеемся, что это изменить уже обратно нельзя, да, и что так и будет. Да. То есть вот эти 70% это государственная забота на содержание. А вот сам концертный зал, который как сердце, которое внутри, это будет наша курсами с филхармонией, да, которые будут. И уже в бюджете зарезервированы эти средства, да? Да. Еще вопрос. Дорожка, идущая между 9-этажным домом по адресу Целтнику, 18, и магазином «Гигант», это мебельный магазин, на участке, где она пересекает газон и ведет к автобусной остановке, не оборудована съездом для колясок, только ступеньками.
приходится объезжать по газону. Особенно неудобно это в слякотную сырую погоду. Надо как-то решить этот вопрос. Спасибо, что вот обратились. И мы, то есть вы обратите, наверное, внимание, мы вам переправим его, да? Да, 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 проверим, что там можно решить. Но это очень важно понять, что не всегда это можно помочь, если это не находится на земле самоуправления. Если частная земля, тогда это очень-очень сложно. Тогда это обращаемся. Да. Вот, и... Порядок. Да. Это решает владелец, то есть жильцы, совокупность владельцев, это жители дома. Да? Mm-hmm. Они решают. Там очень важно разобраться, на чьей территории эта дорожка. Ну, если к автобусной остановке, я думаю. Ну, да, я там живу, но я так не могу вспомнить. То есть, это, конечно, мы сделаем тогда. Печалит тот факт, что вандалы порой портят городской декор. Сколько в камер в городе установлено, будет ли увеличено количество, и вообще удалось ли благодаря им реально кого-то задержать? Да. Ну, у нас примерно 130 камер установлено. На наш взгляд, в самых важных местах. В прошлом году, к примеру, 66 случаев было, когда благодаря камере были, ну, можно сказать, пойманы, да, и обнаружены. Тогда, что, ну, к сожалению, очень печально, что среди тех, которые вандалы, там и много молодежи. Да. И несколько таких групп, ну, школьников, венсполчан, в том числе было, было нашим, нашей полиции самоуправление задержано. Да. Конечно, там работа с родителями потом и так далее. Но нельзя сказать, что это вандализм как бы повседневно. Это, конечно, какие-то всплески, отдельные такие случаи. Ну, конечно, очень необходимо работать и в школах, и в семье. Мы очень надеемся. В этом году мы планируем установить 16 новых камер и 13 старых заменить. То есть уже примерно 150 камер будет у нас работать. Был еще, кстати, вопрос о территории, которая будет прилегать к центру инноваций. Я так понимаю, там тоже будут спилены деревья. И их спилят совсем, или как там, старые, не знаю. Но предлагают посадить там яблоню, грушу. Вот я не знаю, что имеется в виду, потому что там построена новая улица Аплюил, Равсил. Там все полностью с деревьям. Сейчас новые деревья, там очень большие. Сразу видно будет уже в этом году, что красивая аллея будет там. Так что это, ну, если Рига там сказала, что они в будущем будут делать как 6 тысяч деревьев посажать, да, то мы каждый год где-то порядка 300 деревьев посаживаем, да. Ну, раз мы уже заговорили о деревьях, большие, то есть я пригласите всех горожан 13 апреля. Да. Да, потому что, ну, весна, и всем хочется не только, ну, развлечься, но и, конечно, поработать, вот физически, да? Поработать. И да, это и для тех людей, у которых нет приусадебных таких хозяйств, да, это очень полезно. И вот эту субботу, 13 апреля, мы начинаем 5 вечера, 17:00, это на улице Инженерила 93. И там все, которые не только находятся в вот этом районе, но и другие горожане могут прийти и посажем вместе. Сколько? Где-то 47 кустов и разных деревьев. Я сейчас не могу по-русски назвать всех именах этих. Да, название, да. Да. Например. Могу на латыни несколько назвать, да. Но на месте будет это, и информация будет, и мы, это, я хочу сказать, что это такой праздник, когда не только вот сажается, но и информируется, и вместе пообщаться можно, в конце концов, напрямую. Да. И потом уже в 18:00 это... Фу, я перепутал. В 16 Инженерил 93 и 17:00 это уже Лидо Таил,
Лидотал 18, да. 18. Ну, а надо какие-то навыки иметь? Что-то? Нет, не надо. Нет. Даже не мешают? Надо лопату, все покажут, и грабли, все, будет. Это будет. Инструменты, да. И учителя. Госпиношенникс покажет все лично. И эта традиция в нашем городе уже продолжается 18 лет. То есть она уже с давней традицией. Статистика есть какая-то, сколько за это время было посажено? Вот нету. Но я хочу отметить, что и били такие, ну, не очень красивые эти деревья. Не деревья, а вот этот сам праздник, результат, вот так будем сказать. Ну, я хочу привести один пример, вот Зваижню Ела. Это та улица, которая идет на Кулдыгу, да? И там липы посажены, да? И я тогда еще не работал, но сказали, вот что, вот эти липы сажали, вот субботник, да, был. И все они были посажены неправильно, слишком глубоко. Ну вот. Как вы это определяете? И они очень много лет страдали. А может, поэтому и клены на целтник вот так тоже очень тяжело растут? Ну, клены вообще очень медленно зарастаются, и это надо терпение иметь, да. Ладно, у нас есть еще один сюжет о том, что какой проект будет реализован в ближайшее время тоже в старой части нашего города. Венспилская городская дума целенаправленно работает над приведением в порядок территории старого города. Совсем скоро начнутся работы над реновацией здания по адресу Пилс 45. Через год в современном офисном здании смогут разместиться предприятия, чья деятельность связана со сферой ИКТ. В целом площадь перестроенных помещений составит 830 квадратных метров. Уже известно, что арендовать эти помещения будет фирма ТСД ВЛАП. Закончить строительство планируется до 27 декабря 2020 года. На сегодняшний день уже выполнены предварительные работы. Например, перенесено газовое оборудование, которое ранее было установлено во дворе этого дома. В связи с удорожанием строительных работ проект был разделен на два этапа. В первую очередь построить здание, во вторую – благоустроить территорию. На втором этапе планируется строить новое здание, в котором будут размещаться помещения для конференций и мультифункциональные помещения, которые можно будет также использовать для коммерческой деятельности. На реализацию первой очереди строительства привлечены европейские средства в размере 1 миллион 720 тысяч. Общая стоимость проекта 2 миллиона 70 тысяч. Вторую часть выделит Венспилское самоуправление. Внутренние помещения планируется сразу строить под нужды арендаторов. Будет восстановлен исторический фасад, который выходит на улицу Пилс. Реставрированы окна, двери, сохраняя всю резьбу по дереву. Это очень сложная работа. Также будут восстановлены башенки на крыше. Интенсивная работа ведется над строительством теплотрассы в этой части города. На участке от улицы Акмени до Лейла проложена трасса протяженностью 160 метров. В будущем к теплотрассе смогут подключиться и другие здания, находящиеся неподалеку. В следующем году планируется построить новую теплотрассу, к которой можно будет подключить два здания рынка – рыбный павильон и рядом стоящее здание. Это планируется сделать до середины следующего года. Один из самых крупных участков теплотрассы будет проложен от улицы Валдемара до театрального дома Юра Сварте. Протяженность составит более километра. Планируется проложить теплотрассу и на улице Пилс, так как жильцы этого района высказали пожелание подключиться к централизованной системе отопления. Сейчас специалисты оценивают эффективность этого проекта. Мы еще поговорим об этом проекте. Просто очень хочется ответить пенсионерке с улицы Озола, которая позвонила и спросила, нельзя ли улучшить освещение на Парвинском открытом рынке и около него. Страшно идти по этому участку от автобусной остановки. Там постоянно тусуются бомжи. Раньше на рынке горел хоть один фонарь, и можно было видеть, что происходит. Проверим. Спасибо. Да. Переправим, да? Ну, давайте об этом проекте. Я так понимаю, что он тоже уже начинает реализовываться. И там уже ТСД ВЛАП арендует очень эти помещения. Очень интересный, хороший проект. И главное, что мы как бы двух зайцев одним выстрелом, да, что мы восстанавливаем здание, которое в очень плачевном состоянии. Вы могли в этом сюжете видеть, да. И я очень рад, что нам удалось все-таки в повторном конкурсе найти предприниматели, это наша Пилсбуа,
строительная компания, да, будет, ну, уже работает там, да, и там будут новые рабочие места. И TESDEL Lab, конечно, он там, это два парня, которые закончили Венспилский вуз, поработали за границей, mm-hmm. потом вернулись, сделали свою фирму. Эрвинс и Андрес, да, и сейчас у них бизнес и в Риге, и в Лепо, и в Венспилс. И очень важно, места уже не хватает, и да? Очень важно, что у них будет бюро здесь, и новые рабочие места. Мы очень надеемся, что это поможет быстрому развитию в сфере IT в нашем городе. Угу. Тротуарные участки от улицы Ледотая до улицы Скрундес и... На участке улицы Ледотаю от Скрундес до Радио в печальном состоянии. Кирпичное покрытие щербатое, неровное. Движение на улице Ледотаю слишком интенсивное, чтобы идти по краю проезжей части. К тому же там узко между проезжей частью и тротуаром канава. Просим решить эту проблему. Mm-hmm. Как раз вот в этом году будет проводиться ремонтные работы на этом именно участке. Там, да? Да. Mm-hmm. Mm-hmm. Не может ли Дума привлечь средства Евросоюза для развития пищевой промышленности? У нас нет больше ни молочного, ни мяса, ни хлеба. Комбината. И поэтому все эти продукты везут из других городов. Цены на них из-за этого выше. И еще у нас нет нормального рыбного магазина. Не, ну мы не совсем можем согласиться с автором этого вопроса. Видите, то, что у Венспилса не выжил, если так можно выразиться, не мясной комбинат, не молочный, это в какой-то степени проблема предпринимателей, которые были в ранней стадии капитализма, развития капитализма в Латвии, скажем да. так, да, вот во время приватизации и во время становления вот это, конечно, все частное. Да. Угу. Самоуправление и свободный порт не может сделать какое-то производство, именно молочное производство там, или мясное производство. Это решают предприниматели, это решает рынок. Спрос и потребности и избыт. То есть мы со своей стороны строим конкретные здания под конкретные нужды предпринимателя. Uh-huh. А, кстати, вот конфектная или кондитерская фабрика «Победа конфекшенери», да, это пример, она, ее тоже можно относить к пищевой промышленности. Она стабильно работает и развивается, да, и мы со своей стороны, конечно, не делаем никаких препятствий. Вот если придет предприниматель, который хочет производить мясо, мясные продукты или молочные продукты, милости просим. Но это определяет рынок. И то, что на рынке сейчас достаточно широкий ассортимент и хлеба, и мясных продуктов, молочных продуктов. Мы не видим, что это реальность, что вот такое предприятие в ближайшее время Венспилсе понравится. Ну, я извиняюсь, появится, да. И, конечно, мы не можем согласиться с тем, что Венспилсе нельзя купить рыбу. Ну, это не так. Мне мои коллеги скажут, вот Айгл, он близко к отрасли пищевой. Я в этой отрасли уже работаю больше 20 лет, да, и как предприниматель я могу сказать совсем коротко, нет проблем произвести, проблема продать. И только когда у тебя есть рынок, и ты нормально можешь продавать свою продукцию, только тогда ты можешь жить и развиваться. Это основа основ. И это очень кропотливый труд. Ну, хлеб же, это же такая... Первое, что спрашивают, это хлеб. Почему? Что, не пускают на рынок местных предпринимателей? Ну, видимо, не нашлись такие предприниматели, которые заинтересовал бы этот бизнес. Да? Он же был комбинат? Да. Был, да. Не видел в Кулдыге, например, сохранился. В Талсе, например, сохранился очень хороший молочный комбинат. Он небольшой, но все равно он из советских времен сохранился и работает. То есть... Ну, это удача или да, не это удача предпринимателя? Ну, поделитесь секретом, где вы рыбу покупаете. Например, возле магазина «Максима» есть «Беллака» магазин рыбный. Там на можно рынке. Купить. На рынке. На рынке можно купить. Там подвальчики есть, да? То есть, возле рыбного комбината киоск есть, где шпроты можно и консервы купить. Консервы можно, да. То есть, есть. Есть возможность. Ну, конечно, большие магазины, Риме и Максим, да. там же тоже. Либо там, конечно, Риме. Ну, я так считаю, что у нас все-таки очень маленькое предложение для города у моря.
но с этим ничего. Это опять же вопрос предпринимателей, вопрос сбыта и вопрос спроса, да, вопрос рынка. Будет рынок, будет и товар. Ну что ж, наше время подошло к концу. Мне очень приятно, что вы были у нас в гостях. Спасибо большое. До свидания. До свидания. До свидания.